Спасибо. Сейчас, подождите. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша, и у меня для вас серьезные новости. Популярный исполнитель, певец, тиктокер Егор Шип и популярная тиктокерша-певица Валя Карнавал, в общем, они расстались. Новости, конечно, не из хороших. А, кстати, передаю привет Икарусу 280, Poly XX, пользователь под ником Немен, Паше Третьякову, Артему ЛЛЛЛЛЛЛ, ну и, конечно же, Арабику Купсику. Привет вам большой, ребята, от меня. Итак, продолжим. Честно сказать, про это мало чего можно, но я скажу как есть от себя. Тиктокер Егор Шип хороший человек, но тиктокер Валя Карнавал тоже хороший человек. И все оба они певцы. Ну, то есть, у них есть свои треки, композиции, музыка своя есть. Ну, и причина расставания между ними бывает, конечно, разная всегда. Я не спорю. Но я могу предположить примерную причину расставания. Ну, и это причина расставания, скорее всего, как раз-таки само расставание. Ну, говоря простыми словами, как раз-таки расставание происходит от расставания. И как бы это, повторюсь, не звучало, ну все, Егор Шип и Валя Карнавал расстались, дорогие друзья. Ну ладно, дорогие друзья, кому понравилось данное видеоролик, напишите обязательно в комментариях оценку и также напишите идеи к следующему видео. Ну или там идеи к игровым видеороликам, которые выходят по четвергам, воскресеньям, понедельникам. Ну, как вы все привыкли, знаете. Я вам, как всегда, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, и чтобы вы никогда не болели. Храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока, до встречи, до завтра.